Привет, ребятки, привет, мои хорошие. Сегодня будет такое видео, ну, по плану рецепта, из архива мы достали. То есть у нас в этом видео нет занавески, зато у нас есть там беляш. Фух, не знаю, насколько оно понравится. Мы, я, были уставшие, сонные, не совсем веселые. То есть такое маленькое, отдельное, грустное видео на тему приготовления суперявства. Поехали, ребят. Короче, смотрим. Привет, ребятки, добрый вечер. Я так понимаю, добрый вечер у нас. Ну и видео выйдет как раз в добрый вечер. Сегодня мы будем делать такие простые, очень простые печенюшки, наверное, да? Печенюшки, ватрушки, пятиминутки. Слойки с яблоками. Слойки со с яблоками, ребят. С начинкой. То есть то тесто, которое мы покупали, слоеное, дрожжевое, сейчас мы его оприходим и сделаем такое шедевральное явство, которое делается очень быстро, просто. Но также быстро, к сожалению, исчезает. Мы уже партию сделали, она исчезла. Теперь повторяем эту процедуру, показывая ее для вас. Ребят, яблоко у нас не чистится, просто как оно есть, режется на составляющие. Это будет наша классная пушистая начинка. Что с тобой, мыленько, или так и надо? Яблоко берем хорошее, ребята, и вкусное. Соответственно, и ватрушки будут хорошие и вкусные. Фигню всякую ложить туда не надо. Видите, как у него, ребят, пузо этот, прям твердый такой. Твердый. Бум-бум-бум. Кувелдик. Кувелдик, да, что-то там живет, наверное. Встал. Гоша, иди спать. А что он не на улице еще? Вот столько, ребят, у нас получилось яблочко, порезанных уже, пошинкованных. Ну, еще одно у нас осталось, но я его просто не дорезаю пока. Может, не понадобится, да? Не, ну оно понадобится, но просто сейчас пока мне столько не надо. Я сейчас для того, чтобы удобно было, я вот так на четыре части разрежу. Какой же мне закрываю? Ну, давай. Ребят, делим на четыре части, сразу осознавая, что у нас с этого пласта получится четыре плюшки, правильно я понимаю? Да. Теперь каждую из этих частей мы раскатываем. Да. Это ты хотел сказать, да? Да. Молодец. Каждую пышку делим на 4 части и каждую из 4 частей раскатываем. Как раз у нас получится 4 пирожка вот этих с яблоками. Видите, ребят, вот такая она тоненькая должна получиться. Была вот такая толстая. Стала вот такая тонкая. Угу, ну и такого размера квадратик. Ты подержишь ее прям щедро. Щедрим, ребят, очень щедренько. Такие пирожки у нас должны получиться, ребят. Повторяем эту процедуру еще и еще, пока все пирожки не налепим. Ребят, ну чтобы не было вопросов, мы в этот пирожок ложим примерно 1,5 ложки чайной сахара. Каждый, соответственно, делает это по вкусу. Мы делаем так, правильно. Гоша кайфует. На железку голову положил, щеку. А глаза наглые, дерзкие. Мудак. Мудачные. Ребята, гляньте, как Гоша лапки сексуально вытягивает. Заигрывает, наверное. Да, секси. Практически. Если бы его еще помыть. Ну и вот этот наш тоже. Пальцы у него черненькие, лазил где-то. И сексуальный Гоша. О, и вот так он. Раз. Ребятки, теперь
теперь ставим наши вот эти плюшки. Опять наша духовка 10 минут печет. Ну, 200 градусов уже везде так будет. Я не знаю. 200 это 200. Да. Ребят, ставим нашу духовку на 200 градусов минут на 10. И смотрим, что получилось из этого результата. Ну, проникаем в духовку, вставляем. Ждем 10 минут, ребята, и смотрим на получившийся результат. Сейчас. Ребята, сейчас секрет фирмы, как мы добываем сахарную пудру. Ну, думаю, не только мы так добываем. Подожди, сейчас мы будем показывать добытие. Да, ты будешь сейчас добывать. Почему это я? Потому что, ну, ты же должен чем-то хоть заниматься. Я буду поедать. Ну, это важное занятие. Ребят, кота раздавишь, Иришка. Все, ребят, добываем сахарную пудру секретным методом. Простая кофемолка, ребят. Только вместо кофе мелим. Такая, да, историческая. Почему это историческая? Потому что. Надо динозавров вот так видела. Вот так. Да нет, вот так. И сейчас такие продаются, если что. Да? Да. А если ничего? Ничего. Да-да, что? Жужжи. Ну, включи мне. Тополиный пух, жара июнь. Пух. Ну, а я сейчас... Пух. Пух. Что? Все с пухом. Все с пухом. Смотри, уже там все. Тут может это. И постукай. Все четенько, ребят, видите? Суперская пудра, лучше, чем в магазине. Огонь. Ничего не четенько. Тут сахар есть. Ну, чуть-чуть домолоть. Я, ребят, когда не было. У меня кофемолки не был оборудован технически или как технологически. Между двух листков просто насыпал сахар и бутылка. Херакс, 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 херакс. Ну, раздавливал и тоже перемал. То есть в силу необходимости можно сделать и так. Все? Ну, хоть будешь. Зачем? И так торкает нормально. По жизни. Все. Ребят, произошло наше благословенное чудо. Наши плюшки вроде как бы готовы. Сейчас мы открываем, вытаскиваем. И украшаем их нашим белым порошком. Открываем. Сейчас, подожди, я развернул камеру. Волшебным. Да, сейчас так. Раз. Та-да! А нижние что-то не реально. Ну, я сейчас их переставлю. Это потому, что внизу они да. Такие. Потому что гладиолус. А нижние что-то и булькает, повытекало. Украшательством занимаемся, вот. А снег кружится, кружится, летает. Вот так. Да, да, и поземкою клубя. И поземкою клубя. Заметает зима, заметает все, что было. Да. Да. Вот так вот. Все-то вы знаете. Я-то да. Хочешь, я выложу и позову тебя. Малыши-пухлыши. Да, да, да. Смотри, какие красивые. Как ты, зайчик? Осталось голову мне посыпать пеплом. Такие красивые. Такой же. Прям вот смотри, это самое. Прям так манит, манит. Андрюша, съешь. Ребята, они вот мягенькие-мягенькие. Они такие пушистые-пушистые. Так вот не видно, вот когда нажимаешь, макаешь. Становится все понятно. Ну что? Да, так манит. Так Андрюша. Ребят, ну не знаю, есть ли смысл показывать, как мы их поедаем, пока они горячие. Можно небо обжечь, как бы кожица послазит. Смысла, наверное, пока нет. Но я как бы вас уверяю, что они очень вкусные, очень пушистые, думаю, очень классные, даже... очень мягкие. Как бы просто уже был опыт поедания таких плюшек. Сейчас еще эти достанем. Еще у нас дожарятся чуть-чуть. В общем, ребят, повторяйте смело. Это мы показывали как бы долго. На самом деле это делается очень быстро, просто шикардосно, вкусно. И дешево. Мы посчитали, что одна вот эта плюшка получается, если в денежном эквиваленте, порядка 9-10 рублей. То есть, ну, по идее, это недорого. С кулак такая плюшка. Десяточка.
нормальная. Притом такая шедевральная, такая вкусная. В общем, все, ребят, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, если заслужили такого. Счастья, здоровья, успехов. Всего самого лучшего. Пока, ребят. Пошли.